депутата Морозского совета, представляя интересы людей. После перерыва мне хотелось бы, чтобы наша дискуссия была направлена конкретно. Что наши люди получат в результате этого договора? Меня в принципе не устраивает подобный договор. Раз. Был на пресс-конференции Грэга Матайли, представителя компании Shell. Ни на один наш вопрос, который реально меня интересовал людей, он не ответил. На все наши вопросы были ответы. Коммерческая тайна с точки зрения, как разделяются недра, которые добываться будут на нашей территории, для нас, украинцев, это скрывается. То есть непонятно, где наш народ в этой комбинации. Раз. Второе, что все, что будет происходить, будет действовать в рамках действующего законодательства. Как такового действующего законодательства у нас нет. Поэтому я поддерживаю Василия Анатольевича в том, чтобы действительно перед тем, как запускать иностранные компании на 50 лет на нашу территорию, нужно подумать. Спешка в данном случае – это желание действующих людей, которые на сегодня их назову, действующая власть, решить какие-то свои вопросы. О людях никто не подумал. Раз. Поэтому я, как депутат городского совета, буду отстаивать интересы прежде всего людей. Математической, экономической выгоды из первой части дискуссии пока я не увидел для наших людей, для тех, которые живут в Харькове, Харьковской области. А то, что эта проблема очень актуальна для простых людей, я был в Изюме сегодня, я пригласил людей из Терновой, они выступят у нас после кофе-брейка, это у нас Евгений Александрович Курентьев. Есть он здесь? Курак есть. Вот, он расскажет о тех вещах, которые реально проходят на местах. Лично общался с властью, знаю их позицию, понимаю, что в принципе это решение было поспешное. То, что проходило с нарушением всяких норм закона,